Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы хотим выполнить еще одну вашу просьбу и показать вам готовую к заселению виллу, большую, пятикомнатную, с большим участком земли. Это на Северном Кипре достаточно редкое явление, такие большие участки. Это эксклюзивное предложение от нашей компании. Меня зовут Светлана, я являюсь менеджером по продажам компании Leverage Investments, лидера рынка недвижимости на Северном Кипре. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, ставьте лайки, жмите на колокольчики и смотрите наши следующие видео. На территории у вас есть свой личный приватный бассейн с вот таким вот римским входом. Территория виллы ограждена забором, как вы можете видеть, то есть высажены уже взрослые кустарники, то есть у вас такая создается приватная здесь атмосфера, что вы не видите соседей, и соседи не видят вас за счет того, что у вас зеленая изгородь. За моей спиной вы можете видеть парковку на несколько автомобилей. Что касается обустройства территории, то здесь очень грамотно стоит сама вилла, так как бассейн у вас находится с одной стороны участка, а с другой стороны дома также есть большая территория, на которую можно проводить время. Сейчас мы все с вами посмотрим. Давайте начнем осмотр самого дома. Вход в него выглядит вот таким образом, то есть это вот большая такая уютная красивая терраса и, собственно, центральный вход. Попадая на виллу, мы с вами оказываемся в прихожей, то есть вот такое вот хорошее пространство, большой шкаф. И давайте пройдем непосредственно в гостиную, по традиции совмещенную с кухней. Площадь дома 265 квадратных метров. Дом большой, просторный, светлый. Я сейчас стою в гостиной. Вот, обратите внимание, то есть все, что вы видите на видео, то есть это вся мебель, бытовая техника, электроника, все входит в стоимость. Далеко не каждый дом может похвастаться наличием камина. В данной вилле такая опция есть, вот такое чудесное сооружение. Только представьте, как вы всей семьей холодными зимними вечерами собираетесь у камина, кто-то пьет кофе, кто-то вино, кто-то глинтвейн. Чудесно, уютно и тепло. То есть как вам такая идея? Пишите в комментариях. С другой стороны у нас находится кухонная зона, достаточно просторная кухня. С двух сторон очень много ящичков, вот обратите внимание, тут есть где разгуляться хорошим хозяйкам. Техника, повторюсь, все входит в стоимость. И один из выходов как раз на заднюю часть двора находится вот здесь на кухне. Вот мы попадаем с вами в вот такую вот красивую террасу, на которую можете установить все, что хотите, и ступенечки ведут непосредственно на территорию. Вот посмотрите, сколько много места. Это как раз для людей, кто ценит и очень хочет много пространства, то есть это вот как раз тот самый случай. Посмотрите, сколько земли в вашем распоряжении, причем тут уже есть взрослые деревья, уже есть сад. Вот, пожалуйста, апельсины растут. Территория уже облагорожена, то есть здесь, понятное дело, надо немножко поухаживать, да, то есть подстричь. Есть вот такие вот бытовки, сарайчики, все для вашего комфорта. Много ли у кого из вас дома растут собственные лимоны? Вот, пожалуйста, приезжайте, покупайте и прям непосредственно сорвал и в чай. Запах чудесный. Здесь еще один вход в дом, получается, в гостиную. То есть вы можете попасть через основной вход, центральную дверь, получается, через гостиную и через кухню домой. То есть очень удобно, кто где находится, можно быстренько выбежать во двор. Как я уже говорила, дом у нас пятикомнатный, то есть на первом этаже находится гостиная с кухней и три спальни. Еще одна спальня приватная наверху. Ну, давайте начнем с первого этажа. Хотелось бы обратить внимание, что сейчас мы находимся в коридоре, и дальше у нас три спальни находятся все в разных сторонах, что очень удобно. Ну, давайте по очереди начнем. Вот по такому вот коридору с окошком проходим в правую сторону и оказываемся вот в такой большой, красивой спальне, то есть уже есть двуспаленная кровать, кондиционер, обратите внимание, шкафы, трюмо и, конечно же, своя ванная комната со всем необходимым, вся сантехника, которая нужна, все здесь есть. Также хотелось бы отметить, что из этой спальни есть выход на террасу, которая ведет к центральному входу в дом. Здесь у нас с вами вторая спальня,
есть. То есть уже есть вся мебель, шкафы. То есть обратите внимание, вот окошко, которое также можно посмотреть, что происходит на веранде, на террасе. И хотелось бы отметить, что в каждой комнате есть батареи. То есть это очень большой плюс. Дальше у нас по коридору идет гостевой санузел. Опять-таки есть батарея, то есть дом очень теплый. На улице стоит большой газовый котел, то есть вы заказываете газ, и спокойно вам тепло и комфортно всю зиму. То есть не надо греться электрическими приборами. Это третья спальня. Тоже все уже есть для жизни, все обставлено. Кондиционер и мебель, батареи, два окошка. Заезжайте и живите. Из этой спальни чудесный вид на бассейн. Ну, давайте поднимемся на второй этаж, посмотрим спальню там. На втором этаже есть своя собственная гардеробная, выход также на террасу на втором этаже и большая главная спальня со своей ванной комнатой. Давайте посмотрим террасу. Такие великолепные виды открываются с этой террасы. Можно сидеть и любоваться морем практически во все стороны. Здесь у вас вид на свой же бассейн. Район прекрасно подходит для отдыха или постоянного проживания, так как находимся мы в самом сердце Алсанджака, в 10 минутах езды от Киринии, в очень таком популярном и активно развитом районе, но при этом в очень спокойном, уединенном месте. То есть дорога, ведущая к вилле, она тупиковая, то есть тут нет никакого проезда, это конкретно вы приезжаете, и здесь комплексы 6 домов, и один из них, собственно, вот этот, который мы вам показываем. В шаговой доступности, буквально в радиусе 1-2 километров, находятся несколько супермаркетов, аптека, английская, турецкие школы, рестораны, кафе, то есть все, что нужно для комфортного, приятного времяпрепровождения, жизни и отдыха. Хотелось бы обратить внимание, для многих это очень важно, ну и на самом деле это так, кто хочет приватности, этот дом вот как раз прекрасно для этого подходит, так как территория достаточно большая и позволяет, скажем так, не видеть соседей, да, то есть у вас по периметру везде высажены взрослые деревья, получается, хоть вокруг и есть дома, но по факту никто никому не мешает, вот сейчас совершенно не видно, не слышно, что там происходит у соседей. Здесь вы можете видеть четвертую спальню, вот такого большого размера, два окна с двух сторон, за счет этого очень светло, опять-таки батарея и своя ванная комната. Стоимость такой виллы всего 170 тысяч английских фунтов стерлингов. При этом в стоимость уже входит полная меблировка, бытовая техника, кондиционеры. То есть все, что вы видите на видео, то есть все-все-все. При этом уже оплачен НДС, который составляет 5%. То есть если все посчитать, ну представьте, какая приличная скидка получается. Более того, титул на этот дом уже готов, то есть он на хозяине отдельно, поэтому перевести его можно в самые кратчайшие сроки без проблем. Я уверена, что данное предложение вас заинтересовало и понравилось. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчики, чтобы не пропустить наши следующие видео. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там очень много интересных новостей выходит каждый день. Заходите на наш официальный сайт nurcyprusinvest.net, ищите нас в соцсетях, мы есть и ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграме, в Фейсбуке, Инстаграме. А если хотите приехать и вживую, все посмотреть своими глазами, включая этот дом, оставляйте заявку с фразой «Хочу получить сертификат на бесплатный отдых на Северном Кипре», и мы вышлем вам его на почту. Открывайте Северный Кипр с компанией Leverage Investments.